меняется музыкальная композиция, меняется и стиль танца. Участники стремятся показать все, на что способны. Это разминка. Один коллектив показывает, другие стараются повторить. В команде должен быть дух единый, друг друга понимать, творить вместе здесь на площадке. Естественно, чем больше импровизации и креативности, тем больше шансов на победу. Участие принимают 9 команд. Это профессиональные коллективы, любительские и при клубах по месту жительства. Главное условие для танцоров – делать все синхронно и не останавливаться, даже если нет музыки. Стартин проходит уже 8-й раз. Некоторые команды участвуют ежегодно. Например, молодежный клуб менеджеров. Сегодня их Dream Team называется «Стиляги». Главное же не победа, а участие. И просто заряд позитива. Ну, думаю, все равно победа все-таки приветствуется. Все-таки готовились. Стартиновцы демонстрировали свои заранее поставленные номера. В танце изображали цветы большого букета, мультяшных героев и даже устраивали батлы. В итоге первое место среди профессионалов досталось коллективу «Стиляги». Среди любителей лучшими были «Барбарики» из клуба «Сибиряк». А гран-при марафона завоевал «Бродвей». Елена Милев, Дмитрий Новопашин. Местное время.